Здравствуйте, мои дорогие зрители! Меня зовут Кира, и мне сегодня 6 лет, потому что я сегодня буду готовить сама яичницу. И научу? Научусь и научу папу. Вас! Папу! Чего вас-то? Ну ладно, давай. Погнали! Да. Я уже не маленькая, но мне и не надо, значит, трогать... Спички. Спички, дай. Нет, нельзя трогать, ты же сама сказала. Все. Ставим нашу сковородку. Сначала маслом надо помазать. Правильно, ложим масло. Берем наше масло, ложим его на сковородку. Ложи. Вот так и вот. Хоп. А потом берем ножичком и аккуратненько смазываем всю сковородку маслицем. Да? И тогда у нас получится что? Море масляное. Масляное море. Вот так маслом, маслом. Так. Да, а теперь нам нужно определиться, какую яичницу ты будешь. Чтобы вытекало или чтобы не вытекало? Чтобы не вытекало. Не вытекало, да? Да. Давай вот я... когда у нас маслице растаяло, бери. В одну руку яйцо. Я знаю, как. Так, аккуратненько. Пальцы. Нет. Вот так вот в руку берешь. Вот так, да. Стоп. Вот так. Да. А потом раскрываем его. На, раскрывай. На. Ай, раскрывай. Обжег, больно же, больно. Ну не надо. Ай-яй-яй-яй, больно. Вот. Иди, раскрывай. А теперь смотри, чтобы она не вытекала, да? Да. Бери ножичек. Беру. И чтобы не влезть в горячую сковородку, делаем вот так вот. И она у нас уже никуда не вытечет, да? Угу. Правильная яичница? Спасибо. Смотрите, друзья, это правильная яичница. Да, только она уже такой у меня зажарится. Теперь что нужно сделать? Посолить ее. Да, бери соли. Поперчить не надо? Да. Чуть-чуть. И на медленном огне ты будешь жарить что? Яичницу. Она у меня только распухает и все. Готовится. Да. Поперчить давайте немножечко. Надо. Поперчить надо? Да. Поперчите. Я знаю, как. Ты знаешь как. Достаточно, я думаю. Для маленьких девочек этого достаточно. Да? Ой, какая красота у тебя получилась. Ой. На маленьком-маленьком огне мы ее оставляем, да? Да. Переворачивать будем? Зачем? Ну, чтобы она с двух сторон обжарилась. Да. Берешь аккуратненько, вот так вот, поддеваешь ее, да? Ну, и что дальше? Поднимаешь. И переворачиваешь. Да, переворачиваешь. У нас такая вот шлепка получилась. На, да? Переворачивай ты теперь, аккуратненько. Берем. И, ой. Вот так вот берем и переворачиваем. И тут берем. Все, а теперь будешь папе и маме готовить яичницу, да? Да. Ее тебе тоже надо снизу посолить, поперчить. Хорошо. Если ты будешь такое есть, перчи, соли. Чуть-чуть. Перчи. Молодец. Теперь еще вот это. Но запомните, дети, спички детям не игрушка, да? Хватит. Да? О. Оставляем. С огнем играть нельзя. Да. Все. Осталось только накрыть стол. Все, готово. Уже так быстро. Да? Давай, доставай. На. Красивенько. Следующую. Хоп. Еще одну.
Вот и все, друзья. Наш завтрак готов, да? Да. А теперь что осталось? Теперь... Папе помыть посуду, а Кире вытереть ее. А на... Папа. Насухо. Вообще-то нам еще напиток надо сделать. Напиток мы тебе нальем, не переживай. Какой? Говори, всем пока. Пока-пока. Чай. Чай. Чай-чай. Ну и как вам? Вкуснотища? Сама готовила? Теперь ты как мама можешь в 6 лет готовить сама яичницу. Угу. И помогать папе делать ремонты. Угу. Все?